вкусненький мини-чупа-чупсик. Мы в Краснодаре уже 3 дня, уже поменяли 2 квартиры, одну снимали посуточно и сняли уже постоянную квартиру на 1,5 года. Потом вам покажу ее, сделаю рум-тур. Пока мы вещи разбираем, там еще такой бардак немножко. В общем, потом покажу вам все. Сейчас мы приехали в какой-то торговый комплекс, называется он «Галерея». Да? Чтобы угостить нашего мышонка Subway, очень просит Subway, очень хочет Subway, мы пользуемся навигатором, города совершенно не знаем, забили ближайший Subway и приехали. Да, Алиса у нас очень любит Subway, а здесь это не так распространено, как у нас в Челябинске, что не на каждом шагу. В общем, приходится ездить искать. Нет, ты не права. На карте на самом деле их очень много. Но до них надо добраться. Если идти пешком, это намного ближе. На машине неудобно парковаться ведь. Доченька моя. Зевака. Мы сейчас перейдем дорогу. Так, пойдем куда-то туда. Смотрите, для слепых людей этот город просто идеален. Здесь так много всяких вот этих указателей, которые им просто необходимы, людям слабовидящим. Даже голосовые сообщения. Даже голосовые всякие сообщения есть. Вообще здорово, да? Да, отлично. У нас такого нет. У нас такого нет. Мы уже заказали Subway. Я еду. Я занят. Тут стоят аттракциончики. Алиса захотела покататься, они не работают. Наелась уже, что ли? Игрушки скорее нужно идти покупать, да? Сейчас пойдем, подожди. Съела совсем чуть-чуть. Все, глаза разбежались, игрушки нужны. Здесь, в Краснодарском крае, очень рано темнеет. Да, и очень рано, светлеет. Да, и очень рано рассветает. Челябинск хочешь? Да. Челябинску привет передай. Передаем привет Челябинску, да? Мы зашли в магазин Imaginarium. Ходим, смотрим все. Но пока нет того, что нам нужно, да, дочь? Это такой дазик. Это для маленьких. Закрывай. Классно. Какая огромная фигурка Лего. Прикольные? Мы зашли в магазин Хамсли, тут такие гигантские My Little Pony, класс! Довольна покупками? Да. Много набрала? Да. Очень? Угу. Дай покажу. 2 пакета. Тут на первом этаже есть классная игровая зона для деток. Алиса решила поиграть. Вот так. Купили Алисе мороженку, бубльку. С поливочкой, голубое небо. Какая красота. Ой, вкусно, да? Ой, вкусно. Алиса сидит на таком стуле высоком. Малышка моя. Написано «Мороженое». Да. Мы вышли с галереи, идем назад к нашей машинке. Поедем сейчас искать, где можно купить постельное белье. Это прям проблема. Да, Леш? Не можем купить нигде. Для нас проблема. Для нас проблема, потому что мы город не знаем. Едем дальше. Хотим съездить в посудоцентр. Поищем его, да? Гоняем по навигатору. Как всегда. Город очень нравится, очень красивый. Особенно центр. Много старинных зданий, прям реально красивых старинных зданий. Да, Челябинск. Примерно попроще. Этого же возраста, но намного проще. То есть таких зданий нет. В Челябинске такого нет. Да. А как вот эта арка называется, я не помню, честно. Очень красиво. Я оделась как на зимовку. Потому что, когда у нас в Челябинске вот так вот пасмурно, то это значит, что у нас прохладно. А тут жара. Идем ищем, где посудоцентр здесь есть. Здесь так много всего. Приехали мы куда-то вот сюда, в какую-то, ну, как типа оптовой базы, что ли, не знаю лишь, куда нас привез навигатор. Думали, что здесь есть посудоцентр. По крайней мере, посудоцентр высвечивался на карте. Оказалось, что здесь нет посудоцентра. И вот мы сейчас идем, ищем дальше, где же можно купить постельное белье. Мы зашли в магазин, в зоомагазин. Тут есть белочки. Они, конечно, не такие, как у нас в Челябинске, да, Алиса? Угу. Это маленькие, прям малыши. Смотрите, какие крысы. И мышки тут есть. Да, и крыски, и мышки. А это кто? Это маленький какой-то хомячок. Так нельзя делать. Так делать нельзя. Пойдем обезьянку покажем. Тут
тут есть попугайчик. Котика, мама, пои. Крыски две спят, да? Вот такая обезьянка, стоит 150 тысяч. Смотрите, какая интересная. Ой, маленькая мышка или хомячок, да? Это маленькая. Это что за малыш? Это маленький хомячок, наверное, да? Нет, это может крыска. Крыска? Да, кошки. Это не кошки, Алиса, это кролики. Кролики? Да, это не кошки. Смотри, один кролик прямо на другом лежит. Это повозе на коску. Вот в таком магазинчике мы сейчас смотрим постельное белье. Какой-то оптовый магазин. Вот где мы покупаем, Люкс Юг, в каких-то подворотнях. Навигатор, смотри, куда нас привел с тобой, да, Алиса? Какие-то гаражи, боксы. Представляете, тут покупаешь, и рабочие прямо, ну вот сотрудники этой фирмы, все сами приносят, сами укладывают. Вообще прикольно, да, Алиса? У нас в Челябинске мы бы сами все таскали. Удобно, да, что сами все приносят? Мы еще так удивились. Вот, слушай, да, Кавказ, да, приехали куда-то, забегаловка непонятная. А видишь, как все круто. И сервис, цены, да. И цены-то дешевые здесь, дешевле. Цены дешевле, намного, чем в Челябинске, да, да. Так и мы бы с тобой где-нибудь в торговом комплексе в каком-нибудь бы покупали бы дороже. Да. И что, выбор будем оптов... ездить, будем ездить по оптовкам. Да, то есть это получается, это оптовый склад получается, но есть розничные продажи у них. Угу. Очень удобно, классно, мне понравилось. Ну что, садись в автокресло. Давай. А где навигатор-то? Как я поеду-то? А, держи навигатор. Еще мы заметили, что в Краснодаре очень распространены вот такие заборы. Вот очень у многих людей они сделаны. Это пластиковые заборы. Ну, в Челябинске я такого не видела. Смотрится, мне кажется, вообще здорово, да, Леш? Мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Смотри, все заборы такие. Да, все заборы такие. И они рифленые, они похожи на... На что похожи? На этот? Профнастил, да, Леш? Ну, наверное, да, но они пластиковые. Подъезжаем к нашему жилому комплексу, в котором мы сняли квартиру. Он называется «Адмирал». Вот такие дома, 24-этажные. Едем домой, Алисочка спит. Я зашла в магазин, смотрите, что я купила. Молоко. И оно такое интересное, оно как стаканчик с клювиком. Вот, и тут прикол такой. Погода во время дойки, туман. Леш, представляешь? А если дождь, а если гроза? Все напишут на стаканчике. Ну а стоит покупать, если в грозу доили? Вдруг ей страшно было, да? Мы идем на встречу с нашими друзьями Таней, Виталиком и их дочкой Алиной, у которой свой канал Алинка Малинка ТВ. Вот что они делают. Вот что они делают. Это было круто. Ты прям акробатка. Голова закружилась. Эй, Леша. Мы договорились встретиться около моста поцелуев. Вот мы идем к нему. Он, кстати, находится совсем рядом с нашим домом. Что ты смеешься? Подмял, да, под себя? Тихо-тихо. Только не упади. Вот так. Вот они, подружки, встретились. Мими Лиса и Алинка Малинка ТВ. Это река Кубань или нет? Кубань. А то мне Леша сегодня говорил, что это не Кубань, это вроде какой-то там приток. А это мост поцелуев. И здесь, смотрите, все вешают свои замочки. Они целуются, вешают замочки. Вот они. Я тебе буду помогать. Помогать кушать, кормить. Давай я тебе буду, говорит, помогать. Тут стоит прогулочный кораблик маленький. На нем можно прокатиться. Ну, мы как-нибудь сходим, наверное, прокатимся. Да, Алиса? Покатись. На кораблике, ну, в другой раз, ладно? Я хочу покатиться. О, как тут красиво. Аллея памяти это называется. Девчонки выбирают себе игрушечки. Какие-то липучки-прилипучки. Алиса купила себе такую штуку прикольную, липучку, дельфина.
ходит, им балуется. Уже уронила его один раз, пришлось помыть. Давай красавчик. А Алина что купила? Ой, какую куклу красивую, это доктор Плюшева. Красавчик. Красавчик. А у меня есть моя мама, она увидела нацию с вот такой вот Барби-собачкой. Классно. Как у Алисы, да? Здорово. Классно. Дудочки, пойдем. Какие цветы красивые. Здесь выставка военной техники. Здорово. Вот еще парк Победы. Слушай, ну крутой это парк. Победы. Памяти, памяти. Парк памяти, парк по-моему. Парк Победы. А, аллея памяти была, да. Парк Победы, да? Да, да. Всякие снаряды, ракеты. Я уже знаю, что это. Что а это такое, Алина? Это такое, которое запускает. Жух. Да. Ракета. Девчонки дурят. Вот что они делают. Им так нравится вместе играть. Мы так рады, что у Алисы здесь есть подружка. Вот она, знаменитая Катюша. Алиска попросилась посидеть внутри машинки. Вот так. Тут так интересно, фонтаны, и они вот такие открытые. То есть детки могут прямо поиграть в них. Тут что-то для деток сделано, какие-то развлекалочки. О, 100 сантиметров. Такая на носочка. Ну, метр, скепка. Метр есть? Да? Нет. А, обманщица. Тут еще есть что-то типа развлекательного центра для деток. Вход в него по карточкам. В общем, открытая такая площадка, на которой много всякой всячины. И батут, и песочницы, и чего тут только нет. Еще один батут, такой интересный. Алиса, тебе лезла? Вот так. Только не деритесь. Пойдемте, дождь сейчас начнется. Мама. Сейчас будет дождик, одевай гусеничек. Гусенички. На, на, быстрее, быстрее, Алиса, Алиса, Алиса. Алиса. Такая качель страшная. Можно упасть с ней. Эй, вот так вот детки и падают. Ладно, пошли дальше. Пойдем. Погуляем. Пойдем еще погуляем. Пошли. Пошли. Ну что, девчонки, понравилось вам? Еще хотите? О, вы как girls, да. Эквестрия girl. Так, а вот комплекс жилой, в котором у нас квартира сейчас, которую мы снимаем. Это мы идем по улице Красной. Самый центр Краснодара. Да, классные, классные лошадки. Ой, какая девочка модная, танцулька. Как? Ой. Ага, классно. Такая чистота идеальная. Мне кажется, вот босиком можно ходить, да? Да, да, босиком. Лошадь, конь. Да, на высоко. Классный фонтан. Попробуй. Можно подойти. Он сейчас как даст, да? Малинка. Испугалась. Все, идем домой. Леша Алису тащит. Приехали, погуляли, отлично. Город нравится, да, Леша? Супер город. Я тоже не хочу уезжать, мне тоже все нравится. Смотрите, какие тут у нас цветочки стоят. Искусственные, правда, но очень красиво. Всем пока-пока. Да, давайте. Кого-кого, и свику-три. Всем пока-пока.